Его глазами видели войну. Каждый, кто был на фронте, у него была большая надежда, что его снимут, а дома в тылу увидят. Фронтовой кинооператор Семен Школьников. Всего сталинскую премию за вклад в кинематограф Школьников получал трижды. Как под пулями он создавал свои киношедевры. В камере одна минута пленки, 30 метров. 5 раз нажал, кассета кончилась. В нашем распоряжении оказались уникальные кадры, снятые молодыми документалистами в последние годы жизни ветерана. Легенды армии. Во вторник в 19:40.